237 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Тверской области по данным на 29 декабря. При этом излечились 202 человека. Всего же за все время пандемии поправились 17 147 жителей региона, которые заразились COVID-19. В первую очередь в этом заслуга медиков Верхневолжья. Их, а также пациентов ковидного госпиталя на Рыбацкой улице областного центра во вторник поздравил Дед Мороз. Он вручил подарок врачам и медсестрам, работающим в красной зоне. Кроме того, новогодний волшебник пообщался с тверичанами, которые находятся на излечении. Чтобы не нарушить карантинный режим, Дед Мороз сделал это с улицы при помощи автовышки автомобиля, предоставленного региональным управлением МЧС. Я думаю, что медики молодцы. Они выдержали невероятно сильный удар, такой неожиданный, который никто из нас не ожидал. А сейчас пора Нового года, и канун Нового года. И нам хотелось бы, и мне хотелось, как главному волшебнику, чуть-чуть принести радости, хорошего настроения всем тем, кто сейчас находится в больнице. И тем самым поддержать в канун Нового года. Я желаю всем здоровья. С наступающим Новым годом!